Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен видеорегистратору фирмы Falcon модель HD30 LCD. Данный видеорегистратор имеет возможность снимать с разрешением 1920 на 1080 пикселей, имеет встроенный аккумулятор и инфракрасную подсветку. В комплект поставки входит гарантийный талон и инструкция на русском и украинском языке, крепление присоска на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство в прикуриватель, кабель мини-HDMI, кабель мини-USB для подключения к компьютеру. В передней части видеорегистратора мы видим камеру, а также 6 диодов подсветки. В задней части видеорегистратора находятся кнопки меню, смены режимов, 1,5-дюймовый дисплей, а также кнопки управления вверх-вниз. В боковой части находится разъем для кабеля мини-HDMI. С другой стороны расположен слот для карт microSD объем до 32 ГБ. В верхней части видеорегистратора расположен башмак для крепления присоски. Также в верхней части расположена кнопка питания, кнопка подтверждения, а также разъем аудио-видео выхода и разъем мини-USB по совместительству разъем питания. В нижней части находится отверстие динамика, а также кнопка принудительной перезагрузки устройства. В меню регистратора имеется доступ к таким настройкам, как изменение разрешения съемки, коррекция экспозиции, запись звука и многое другое. Меню видеорегистратора полностью русифицировано, и разобраться в нем не составит труда.